Уголовное дело по факту гибели женщины, упавшей в шахту лифта, открыли полицейские. Напомню, трагедия произошла в доме по адресу Бектурова, 109. На место вызвали скорую помощь, однако жительница многоэтажки от полученных травм скончалась на месте. Известно, лифт застрял между 5-м и 6-м этажами. Внутри находилась 64-летняя женщина. Соседи рассказали, жила пенсионерка в этом же доме вместе с дочерью и внучкой. К слову, претензий к подъемнику у людей не было. Хороший лифт был, плохой был? Ну да, вообще-то работал, да, пользовалась. Проблем с ним не было никогда? Нет. Часто он стоял неработающий? Да я бы не сказала. В отделе жилищной инспекции рассказали, лифт в этом доме ремонтировали в 2012 году. На место специалисты выехали вместе с полицейскими для выяснения обстоятельств. Некоторые подробности им прояснили в местном КСК. Пока данные предварительные. Не дождавшись лифтовиков, какой-то мужчина самовольно решил помочь женщине. И при открытии дверей женщина выпала в шахту лифта. Полицейские сняли отпечатки пальцев с дверей в лифт. Сегодня сообщили, открыто уголовное дело по факту выпуска или продажи товаров, выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведется проверка. В отделе жилищной инспекции также рассказали, более 70% подъемников в Павлодаре отслужили свой срок. Пользоваться ими можно, но при этом советуют сделать замену за счет жильцов. Кстати, уже сегодня с утра во многих городских многоэтажках поспешили расклеить вот такие памятки с правилами пользования лифтом. Артем Климат, Серик Унакбаев, телекомпания «Ир».